Добрый день всем. Сегодня буду готовить рыбку. Такая горбуша у меня. Сейчас обрежу плавнички и хвостик на рыбный супчик. Потом когда-нибудь буду варить. А рыбу буду в фольге запекать в духовке. Такой получился у меня кусочек. Еще немного пусть разморозится, и буду ее обрабатывать специями. Начну рыбку обрабатывать. Посолю. Черный, красный перчик. Вот у меня приправа к рыбе. Один перчик. Я хочу имбирь молотый добавить. Немного. Сейчас внутрь еще добавлю. Так. Рыбку буду выкладывать на фольгу, но сначала положу лучок в нашу рыбку. Потом сверху тоже лучок положу. Лавровый листик. Сейчас еще вовнутрь положу лучок. Вот, масло я не добавляю в этот раз. Хочу так натуральное. Делать натуральную рыбку. Только вот специи. Перец, соль, приправа к рыбе, лук. Лавровый листик сейчас заверну в два слоя. Первый раз заверну, потом еще раз фольгой. Два слоя я сделала фольгу, чтобы ничего не прилилось. И поставлю в духовку. Вот на 180 градусов сначала поставила, пусть готовится. Рыба готова. Можно кушать. Сегодня такой обед у меня. Рыбка с макаронами. Первое. Не буду сегодня кушать. Вот кальмарчики. Соус сейчас этот полью. Свекла с чесночком. Такой обед. Всем приятного аппетита, будьте здоровы!